Друзья, всем привет! Вы смотрите видеоблог «Первая варка», и сегодня у нас необычный выпуск. Мы продолжаем давно забытую рубрику «Обзор этикет крафтового пива». Если обзор вам покажется интересным, мы сделаем рубрику постоянной. Темой первого выпуска выбраны самые провокационные этикетки. Первая этикетка, о которой хотелось бы рассказать, красуется на бутылке американского портера, сваренного на пивоварне Chillin's Brewery. Это небезызвестный Хуинес. По сети гуляет анекдот, известный даже тем, кто не знает ничего о крафтовом пиве. Зашел сегодня в бар попить пиво, спросил бармена, есть ли Гиннес. Хуинес, ответил мне бармен, и поставил на стойку вот это. Похожим провокационным путем в какой-то момент пошла пивоварня Брелок, выпустившие сразу несколько напитков с фразой «пей, пойми чего» на этикетке. Но для пущей провокации несколько букв были заменены звездочками. Тонкий расчет оправдал себя, эти этикетки запомнили многие. Замыкает тройку любителей нецензурной лексики этикетка, скорее даже целый комикс, на бутылке Indian Pale Ale «Отличный урожай» от пивоварни «Однотонна». Все бы ничего, но как комикс, так и название пива продублировано на английском языке, и уже на нем «Отличный урожай» звучит не столь добродушно, а именно «IPA Fucking Perfect Harvest». Далее в нашем обзоре следует целая серия этикеток провокаций, которая заключается в явном или скрытом эротизме и сексуальном подтексте. И открывает эту группу довольно безобидный на первый взгляд арт пиво от пивоварни Battle Share. Брюнетка надкусывает грейпфрут. Немного странно, многие из нас едят грейпфрут с кожурой. Но речь не об этом. Все бы ничего, но прочтя название напитка Саша Грейп и приглядевшись к девушке повнимательнее, многие из нас узнают популярную некогда актрису фильма для взрослых Сашу Грей. На наш взгляд, это довольно удачная задумка, которая заставила улыбнуться ни одного любителя пива. Следующую этикетку, о которой пойдет речь, можно увидеть на Black IPA, сваренном совместно двумя коллективами пивоваров. С одной стороны, это Ирина Неведомская и ее пивоварня хэштег Бабавар. С другой, команда пивоваров-блогеров 50 оттенков синего. При случае нужно расспросить ребят, почему именно 50 оттенков синего. Наша версия, что это градация степени опьянения. Так или иначе, название пивоварни как нельзя кстати отсылает нас к художественному произведению 50 оттенков серого, в котором все примерно так же, как на этикетке пива, о котором идет речь. Считаем, что и аббревиатура PRN, название Black PRN IPA, появилась не случайно. Мы продолжаем свое повествование о самых провокационных этикетках крафтового пива. И следующая попавшая в обзор этикетка – этикетка пива History от пивоварни Urals Custom Brewery. Она не столько провокационна, сколько забавна. Тем не менее, наличие гениталий на картинке позволяет ей попасть в наш обзор. Далее идут сразу две этикетки от пивоварни Бакунин. Бакунин славится креативным подходом к названиям и артам этикеток своих сортов, но в наш обзор попали два. Первая этикетка от пива Агнешка. Помимо довольно провокационного арта, название пива отсылает нас к одноименной песне группы ЛВТ, с которой пивоварня Бакунин связывает долгие дружеские отношения. Раза Кшиштов подошел без спешки и спросил, а как тебя зовут? А в ответ Агнешка. Агнешка Кшиштов и Фрадишек. Песня поется о случайной встрече программиста Кшиштова, живущего с родителями, и некой Агнешки, которая на поверку оказалась то еще блядью. Вторая этикетка от Бакунина украшает пиво под названием «Флюгегехаймен». Юмор и провокационность названия в этикетке ясна исключительно тем, кто смотрел фильм «Евротур». В нем один из героев попадает в довольно-таки неприятную ситуацию, и помочь ему в ней может исключительно «Флюгегехаймен». Всем, кто не видел, советую посмотреть. После этого этикетка вам не будет казаться столь безобидной. И напоследок, в обзоре самых провокационных этикеток крафтового пива, хотим представить вам шедевр от пивоварни Похьела. На этикетке к портеру Москву пивовары изобразили во всей красе, во всех анатомических подробностях, крупным планом, зерно солода. Провокативность этого арта просто зашкаливает. На этом, пожалуй, все, друзья. Если вам понравился данный обзор, поддержите нас, нажав палец вверх. Предлагайте тему новых обзоров этикеток крафтового пива в комментариях к ролику и на наших страничках в социальных сетях, ссылки на которые вы можете найти в описании. Также, если вам кажется, что тема провокационных этикеток раскрыта не полностью, кидайте свои варианты. Возможно, сделаем вторую часть. Также настоятельно рекомендуем вам подписаться на наш канал, чтобы не пропустить новые видео. Всем удачи, пейте вкусную меру. Это был проект «Первая варка». Всем пока!